Всем здорово, подписчики. Короче, пока суть до дела, решил все ружья перечистить. Погода стала налаживаться на улице, все порадовались. Тепло, тепло. В итоге, короче, бац, и опять снега начались. И опять на улице минус. Смотрите, какая хрень у нас творится. Где-то вокруг что-то горит. Но здесь до пожаров еще. И ну их нафиг. Здесь до хорошей погоды еще, походу, далеко. Весна повернулась к нам задом. Ну вот и пока вот такая фигня. Решил перечистить ружье. Сейчас тузовку почищу. У нас же как чистят? Не каждый раз после стрельбы у нас чистят. Осенью и весной. Так, конечно, не надо делать, но вот сейчас почищу. Что-то тозовка опять моросить начала, непонятно. Тозовка. Короче, мужики, что-то тозовка опять моросит. Что-то складываешь, и предохранитель не держит. Спуск курков идет опять. И при постановке предохранителя, и при его снятии, то один ствол заводится, что-то хрен пойму. Вроде, знаете, осенью пришел, поставил, все нормально. Вытащил сейфа, и какая-то хрень началась. Сейчас буду чистить, почищу, разберу. Не пойму, что за фигня произошла. Вот Толя делал вот это ружье. Древнее, как говно мамонта. ИЖ-58. Блять, этот фу, сплюнуть. Никогда с ним никаких осечек не было. Зарядил уже патрончиков маленько на уточку. На утку это не основная как бы охота. Я стреляю поскольку говорил. Но все-таки в лес хочется отстреляться, поэтому на раз на духовочку пожарить настреляю и будет. Вот зарядил с контейнером патрончик и зарядил без контейнеров. Дробь пятерочка. То есть и думаю, столько будет мне достаточно. Тут 50 штук, что ли. Так что не люблю магазинные патроны, говорю, купишь, что стреляет, то не стреляет, то хреново стреляет. А тут сам зарядил, здесь пенять не на кого. Где-то навеску пороха больше сделал, где-то меньше, где-то дроби добавил, убавил. Короче, вот такие пироги. На осень заряжаю совсем по-другому. Об этом как-нибудь поподробнее. Как-нибудь. Но сейчас надо будет разобраться с этим ружьем. Блять, вот нормальное ружье, все нравится. Прикладистое и все. Ну, что-то постоянно механизм моросит об этом. И при этом что-то какая-то неуверенность в душе закладывается. Может, советские ружья, тозовки лучше были, но вот современные что-то, говорю, как-то что-то не вставляет. Вот этот флажок пресловутый толком-то не держит ни хрена, блин. Что-то вроде ружье-то не стреляно, но металл, походу, желает оставлять лучшего. Я говорю, надо разбираться. Потом уже решим, что с ним делать. Или на завод заказывать все механизмы новые. Или хрен его знает. Или тупо его сдать. Но сдавать жалко, ружье хорошее вроде как. Ну ладно, походу сейчас разберу. Посмотрим, что с этого выйдет. Ну вот, разобрал. Все протянул, прочистил. Вроде все нормально. Тут был один косяк, конечно. Вот это вот. Ай, когда байки заведены, вот это вот одна фигня, она была погнута. Ну, вроде она не должна давать такой причины, чтобы ружье стреляло и на предохранитель, и не предохранитель, не знаю. Все входит в зацепление, боевые пружины, все в норме. Может быть, тяги чуть-чуть погнулись. Вот этот флажок, который опускает тяги взвода, у него маленько есть выработка. И он не до конца опускает правую тягу. Ну, если сейчас правую в зеркальном отображении, так она левая. Но там ничего не сделаешь, там только на него напаивать на шток что-то, чтобы опускало. И вот когда сильно до предела, до конца, вроде тяги вровень опустились. Сейчас соберу все обратно
еще здесь разберу, все прочищу. И тогда посмотрим, ребята, начнет оно нормально работать, не начнет. Так все цело, все свежо, все хорошо. Ну, короче, ребзя, все собрал, смазал, помазал. Вот здесь рычаги, которые ходят, тоже снял цевьё, все смазал, почистил. Грязи, конечно, море было. Ну, теперь все благополучно работает. Как вот переломать таким звуком? Все чики-пуки. Все работает. Предохранитель держит, все благополучно. Так что вот так, походу оружие надо смазывать периодически, все проверять. Да не, где-то что-то я рычажок, наверное, задел, погнул маленько, даже может не погнул, не знаю. Но суть в том, что смазал, подмазал, говорю, вот эти вот предохранительные скобы подогнул, где-то неаккуратно отнес, и все нормально, все работает. Так что сейчас почищу, уберу сейф. Охотиться буду по утке вот с 58-м. Мне он что-то больше вставляет. Сейчас я его тоже прочищу. Так что, ребят, удачи, увидимся на охоте на утку. Ну все, всем пока.